Приветики! Это старичок-паучок Питер Паркерович. Я, короче, думаю, ну, сейчас красиво запишу, как он тут сидит, да, давай личиком... О, наконец-то лицом повернулся, блин, ждал этот момент. А вот так вот камеру поворачиваешь, он жопой постоянно поворачивается. Вот смотри, он как будто на меня обиделся, не хочет со мной поболтать, и вот лицо к лицу. Короче, я, ты и Питер Паркерович, мы погнали. Погнали на свою обычную работу. Продолжаем прохождение, ну а потом, если хватит духу, может и DLC-шки попроходим. Ю-ху, снова полет. Нас вызывают на нашу репортерскую работу, там что-то у нас очень сильно важно, какая-то комиссия едет. И там мой начальник хочет уже сам эту комиссию принять, что-то там сделать, но я говорю ему, типа, подожди меня, я сейчас прилечу. Ну, я ему не сказал, что я прилечу, он же не знает, что я супергерой. И там, короче, что-то очень опасное для него будет, если он сам ринется там все делать. Ну, мой начальник. А вот я и бегу туда, чтобы он не вляпался в какую-то передрягу. Его энтузиазм очень может быть наказуем сейчас. Мне осталось-то всего-то тут чуть меньше километра. 800 метров. Все, я тут, я прибыл, вот она дверка моя. Бегу, 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 мне еще переодеться надо после битвы с тем где-то здоровым мужиком. Давай, открывай дверь. Ну что, ты двери разучился открывать, что ли? Простите, опоздал. Я... Че, бомбануло уже? А я думал, это репортерская работа. Вы начали без меня. Глава комиссии по грантам скоро прибудет. Ты что, Паркер? Я изобрел это оборудование, значит, справлюсь с ним. Гаситель колебаний. Черт. Дела плохи у нас. Может быть, отключить? Еще нет. Сейчас. Доктор Октавиус, вы в порядке? Опять неудача. Но почти. Пострадавших нет? Нет, это все из-за меня. Затраты энергии превысили ожидания. Но в каком-то смысле это тоже неплохой результат. Результатом здесь не пахнет. Уверен, следующий этап... Не будем забегать вперед. Какая вредная тетка. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Может быть, тебе сегодня взять отгул, Питер? Но... Потом поговорим. Это бред какой-то. Как глушитель мог не выдержать? Да, док выгнал меня на выходной, но сперва разберусь, что пошло не так. Офигеть просто. Когда было написано в заданиях «Моя другая работа», я думал, что, ну, я сейчас на репортерскую работу. А тут, короче, весь сюжет перелопатили и сделали меня помощником доктора Октавиас. Обалдеть. Да, не зря я решил поиграть в первую часть. О, геймпадик. Давай посмотрим, что там. О, ты не в лучшей форме, малыш. Что-то я вроде как могу двигать рукой, но она как-то... А, во-во, точно. Ха, забавно, прикольно. Еще мне, короче, в комментариях написали, что с тобой не так. Что я играю в старую версию. Это так, это версия 2018 года, это не ремастер. Вот. Ну, ремастер, по сути, он там мало чем отличается, кроме графики. Ну и переработки лиц персонажей. Мне сказали, что у тебя же пятая плойка, у тебя должна быть ремастеровская версия. Но я перелопатил весь PlayStation Store, магазин, где приобретается Человек-паук. И там нету ремастера на пятую плойку, прикинь. Только вот эта вот версия. Короче, я не знаю, может, я не в тот PlayStation Market заходил. Короче, что у нас тут? Результаты диагностического теста. Повреждение цепи сервопривода, бла-бла-бла-бла. Короче, все повреждено у нас тут. Плата сгорела. Угу. Паршиво. Если бы я не опоздал на проверку, я бы заметил. Ага. Сейчас будем перенастраивать, повернуть. А, нельзя тут повернуть, да? Подожди. А вот это можно повернуть? А как же мне тогда ее повернуть? Вы уверены, что... Нет, я хочу развернуть ее. Но я не понимаю, как это сделать. Оно все залочено здесь. Добавить можно, да?
А, нет, тоже залочено, смотри. Везде все залочено. Какая странная фигня. А, меня отсюда не выпустят, пока я схему не налажу, но... Подожди, подожди, подожди. А, вот, в пустышки нужно добавлять. Так бы сразу сказали, а я тут... Вот это добавить и развернуть. Вот. Блин, ну я Чунгачкук, как первобытный Человек-паук. Это тоже добавляем, разворачиваем. Нигде даже подсказок не было, как тут что. Я думал, из имеющихся механизмов на схеме нужно. А это убрать надо. Уберите. Не то взял. А тут нужно добавить схему. И с ней работать еще. Так, значит, тут разворот у нас будет. Сюда добавляем. Дальше вниз. Поворотик у нас будет. Вот так вот. И мне одной схемы не хватило. Ах, нет, оно все схватило. Схватилось как надо. Вышло. Все отремонтировали? Ага, перенаправим сервопривод. Сервопривод перенаправить. Значит, мы пойдем вниз. У нас три штуки есть. Нам этого должно хватить. Давай. Вниз поворот. Еще вниз. Здесь у нас разворот. И следующий у нас тоже будет... А, нифига себе. Нам вот сюда нужно. Нам сюда нужно. Ох ты ж. Нам получается вот это все убрать. Подожди. Тут поворот. Поворот, отворот. Дальше прямо. Снова поворот. Вот. Дальше. А что? А, нет, это сюда не подходит. Я понял, что означают стрелочки. Я хотел у тебя спросить. Что означают стрелочки на них? Значит, тут у нас обычная должна быть. Стрелочки обозначают перенаправление потока энергии. Блин, капец, я как умно сказал. Я как будто сам Питер Паркерович. И здесь обычно нам будет достаточно. И тут опять перенаправить нужно будет поток. То есть вот так. Нет, а, нет, это не то. Это в обратную сторону. Значит, мне нужен... Ага, здесь вот. Все, у меня почти все кончилось, слушай. Вот этого должно быть. Черт. Черт, ха, попал я в западню. Угу. А если я сделаю, смотри, как. Если я сделаю вот эту цепь, это значит, получается, отсюда я уберу. Это и вот так вот я сделаю. Вот так. Сюда обычную. Разворот. И вот и все. Готово. Отлично. Ладно, что дальше? Еще одна, да хватит уже этих головоломок. Напряжение. Некоторые элементы схемы... Кстати, вот же подсказки есть снизу, я просто их не читаю. Реально Чунгачкук. Вот я Чукча. Так. Сброс энергии, значит, нам нужно замутить. Сюда ставим такую, красную. Я сейчас просто наугад поставлю, посмотрю, что получится. И вниз нам теперь нужно, да, добавить? Вниз. Вот так вот разворот. И прямая. Тут как бы пока все просто. А, батарейка не полностью заряжена. Сверху три... Из трех две ячейки только заряжены, получается. Плюс один, плюс два. Так, минуточку. Давай я вот это вот поменяю. Вот это вот. Закончим. Вот так. Готово, наконец-то. И теперь роборука у нас функционирует как надо, да? Настройка завершена. Посмотрим, что будет. Давай. Как новенькая. Нифига себе, она функционирует как надо. Я ее вытянул вот так вот. И она обратно сложилась. Ах, засранка. Док испытывал новые материалы для протеза. Он просил меня просмотреть работу, когда будет время. Оно пришло. Тут у нас тоже что-то есть. Какие-то улики. Все типы протезов, какие только бывают. Наш первый доброволец, капрал Тексидор, потерял руку в бою и сейчас хочет просто снова обнять дочку. На самом деле протезирование — это очень классная штука. Она реально помогает людям, которые потеряли какую-то конечность. Классная вещь. Особенно если это роботизированная какая-то штука. У тебя помимо, ну, приобретения новой конечности еще и суперспособность появляется. Она же очень крутая, очень сильная. Это киберрука. Хорошо, что тут всегда есть еда. Жаль, док перестал покупать сырные чипсы. И я вот, знаешь, жду момента, когда...
человечество научится делать такие протезы, которые будут очень чувствительны и с быстрым откликом, чтобы они как настоящая рука сегодня работали. Мы ждем комиссию по грантам. Все готово. Работа значительно продвинулась. Так, там док какую-то фигню болтает. Обнаружено неизвестное вещество. Док проводил испытания с новым материалом для протеза. Используя фрагменты неизвестного вещества, попытайтесь совместить его линии поглощения с шаблоном. Линии поглощения. Используйте L для перемещения курсора, нажмите X, чтобы выбрать фрагмент. Окей. Значит, по линиям, короче, вот две линии, ну вот, вот этот фрагмент подходит. Переместить фрагмент в свободную ячейку. Блин, знаешь, это... Игра напоминает сейчас не Питера Паркера, Человека-паука, а помогите Даше. Так, 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 сюда нужна одна линия вот у нас. Помнишь эту, да? По-моему, ее Даша зовут, которая в лесу, там еще лисенок, бандит был, воришка какой-то. Там дальше у нас три идет. Три штуки, три штуки. Это подойдет? Ага, должна. Вот. Гидрогель. Гель полимерный композит. Прочно, но сопротивление велико. Скажу доку, что стоит попробовать что-то еще. Че, мы в лаборатории закончили? А, ну выйти из лаборатории, все. Так, ладно. Надо уходить отсюда, пока я все окончательно не испортил. Ну, мне кажется, у тебя башка-то получше шарит, чем у доктора Октавиуса. Все, пошли. А тут куча еще всяких мелочевок есть, но я в них не хочу ковыряться. Хочу уже сюжетку делать. Погнали. В рваный костюмчик я снова оделся. Это, конечно, классно, что они продумали это все. Что ты в рваном костюме после перезапуска миссии. Человек-паук, это Юрий. А Фиск уже в Райкерс? Не в Райкерс. Наш парень заслужил наилучшие условия. Он на плоту. Ага, со Скорпионом, Электро и компанией. Фиск должен быть польщен. Такая компания. Можешь заглянуть в участок? У меня есть задание как раз для такого уникума, как ты. Для тебя, Юрий, что угодно. Уже в пути. Окей, сейчас заглянем. Короче, мне понравилось, что тут продумана вот эта тема, знаешь, когда миссии похоже, перезапускаются. Похоже, Джеймсон выпустил новый эпизод. Интересно, что мой главный фанат думает о победе над Фиском? И... Это только факты с Джейм, Джон и Джеймсоном, где слушатели обсуждают происшествие с лауреатом Пулитцеровской премии... Короче, перемотал радио, это забавно, что у меня есть радио в ушах, я могу его слушать, но там такая болтовня ни о чем, поэтому я ее перемотаю. Короче, так вот я о чем. Мне понравилось, что после перезапуска миссии, ну ты завершил миссию, начинается следующее. Костюм у тебя остался порванный. А в предыдущих частях эта мелочевка была не продумана. И знаешь, ты такой выходишь, допустим, где-то пожрал, выходишь, и у тебя костюм уже свеженький, новенький, как будто ты в ателье побывал. Значит, я прибыл в полицейский участок. Ты бросила курить. Что теперь говоришь людям, когда идешь сюда? Что хочу отдохнуть от их дерьма. Понятно. Так, зачем ты звонила? Не с кем пойти на полицейский бал? А у тебя есть смокинг? В этом году бала не будет. Слишком много потратили на систему наблюдения Аскорб. Оно же того стоило? Ну да. Еще час назад. Но система упала. Весь город. Все вышки. Как? Говорят, кто-то поломал главный сервер, и все вышки отключились. Что, свои? Возможно. Потом с этим разберусь. Сейчас нужно снова подключить все вышки. И быстро. И ты позвонила мне? О, как мило. Я позвонила, кому доверяю. Плюс на линии помехи, и мы не знаем, что делать. У-у-у. Обожаю сложности. Сломаешь, заплатишь. Я думал, ты мне доверяешь. Блин, у меня и так зарплаты-то нет. Проверю-ка я эту вышку. Давай проверим эту вышку. Расшифровать. Входные частоты смещены. Изящно. О, Майлз Моралес начинается. Сейчас будем ловить волну. Так, 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 так. О. Блин, мне это, знаешь, чем-то горизонт напомнил. Наша вышка снова заработала. Ты помог? Ну, я ж не только симпатяга.
то, что ты сделал. Это можно повторить с другими вышками? Ага, но знаешь, что для починки мне пришлось залезть в ее программу. Я теперь тоже получаю все отчеты. Похоже, тут неподалеку сейчас кража со взломом. Ясно. Хорошо, что там наш отряд. Не утруждайтесь, я займусь. Все, погнали ловить преступников и вершить правосудие над ними. Где-то вот тут что-то происходит. Чувачки в масках. Давай. И в спортивных костюмах. Прикрывай. А я тут сижу? А вот теперь я. Теперь уверен, что они не забыли ключи. Ну что, начнем? Опа! Противники с холодным оружием способны блокировать большинство атак, но уязвимы для подбрасывания в воздух паутины и бросания предметов. Короче, окей. Значит, я что сделаю? Давай. Подбросим его в воздух. Теперь подпрыгнем в воздух. И теперь, оба, уходим. Я хочу, знаешь, что сделать? Одного, короче, связать. Давай. Да не Люк, я хотел пацана того взять. Хотел связать. Ай, в жопу прям прилетело с ноги. Это смешно. Опа, у ворот. Опа. Так, я хочу... Давай. Да опять не тот и взял. Ну что ты будешь делать? Вот этого чувака... Он все что угодно берет, но только не этого чувака. Понятно. Подбросим. Прыгнем. И обратно. Давай к папке. Так, давай попробуем сейчас вот так вот сделать. А, не получилось. Давай, схвати его. Во-во-во-во, нормально. Вот что я хотел. Вот это сработало. С этими расправились. Дальше. Все, готово. Спасибо. Еще недалеко от тебя разбойное нападение. Везучий это, Юрий. Твой любимый, грубый, но милый опытный детектив готов к бою. Чего? Нет, 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 ты обещал, что больше не... Коп-паук. Коп-паук. Нет, не надо. А, я знаю, как назвать эту серию. Коп-паук. Это круто. Ладно. Что там у нас делают бандюганы? Я уже здесь. Ребятки. Че вы там шалите? Так это ты, стукач. Отвали, урод. Точняк, это она. Я сказала, отвали! Отстаньте от меня! А ну потише, леди. Не трогайте меня! Отстань от нее! Оу! Громилу очень сложно ранить в рукопашке. Чтобы заставить его раскрыться, используйте паутины и броски предметов. Так пойдет? Еще? Ну вот так вот. Опа, уворот. О, нифига себе, да, он реально... Ого, нифига себе, как он меня сносит. Слушай, да, лучше от него подальше держаться. Че там кто-то про Мармока говорил? Про циклота и вот это все. Что-то в комментариях я где-то читал. Ой-ой-ой, хватай. На. Ранил он меня. Подкинули. Вот так вот вам. Подлетай. Ох как. Блин. Подтянулся к нему обратно вниз. Ой. Да блин, почему хил не сработал? Не ту кнопку нажал. Блин. Я бы сейчас нормально. Ну, короче, бывает. Бывает. Я же заплевал свой монитор. Слюна брыщет, когда серьезные поединки. Но я же Человек-паук. У меня помимо слюны еще и паутина брызжет в разные стороны. Ладно, что, погнали. Еще разочек. Сейчас я их размотаю. Я, кстати, вспомнил этот прием из Майлза. То есть смотри, я вот что хотел. Вот так вот. И теперь хватаем его. Вот. Я просто не ту кнопку жал изначально. Ай-яй-яй-яй-яй. Паучок, да что ты делаешь, что он меня догоняет? Вот, двойной ворот, вот это то, что нужно. Так, хватаем бочки. Нет, вы не справитесь. Удар. Ворот. Оп. Готово. Давай. Есть. Черт, не успел. Давай-ка его попробуем. Ха, нет, он слишком тяжелый. Нет, ворот. Тогда паутина в тебя и... Тобой сейчас размотаем этого жировика. Жировика, здоровичка. Еще. Ну,
Готов? Подкинул? Не подкинем его. Он слишком... Готов. Наконец-то мы его ушатали. Так. А теперь я. Опа. Опа. Башкой в асфальт. Уходи, или она умрет. Отпусти! Так, мне нужно подтянуть. О, тоже из Майлза. Тема из Майлза. И вот так. Паутина что-то как-то немножечко вначале скосилась. Но в целом я спас девчулю. Тоже неплохо. Все в порядке. Я знала, что Джеймсону нельзя верить. Ты немного странный, но с добрым сердцем. Вас куда-нибудь проводить? Я сама справлюсь. Не сомневаюсь, но имейте в виду, есть такое место, центр пир. Видела. Мне не нужны подачки. Там лучшие оладьи в городе. Уверяю. Мама когда-то пекла оладьи. Я не пробовала их. Уже давно. Я зайду туда. Спасибо, парень-паук. А человек-паук? Ну. Оттуда можно разглядеть следующую вышку. Угу. Если бы мне паук предложил проводить меня до дома или докуда, я бы, конечно, согласился, блин, прикинь. Девчонка много потерял. Поднявшись на вершину, Коп-паук разглядел свою цель. Вторую охранную вышку. Это ты про себя, что ли, вещаешь? Что? Нет, конечно нет. Шеф никогда не понимала Копа-паука. Считала его диким зверем. Я уже жалею. Это забавно. Так, вышка где-то здесь. Вон она. Я посмотрим, что она нам расскажет. Юху. Так, надо подняться наверх. Расшифровываем. Можно настроить эти вышки не только на преступления. Я думаю, что вот так вот нам хватит. О, попалась. Блин, реально на горизонт похоже. Элой также эти длинношеих активировала, из них волна вылетала, короче. Есть. Электрическая. Теперь вышки ловят все радиочастоты. И поблизости тут что-то есть. Что же это? Ага. Только одна, да, подсветилась? Больше нету. Ладно, пойдем сходим. Там рюкзачок какой-то. Ну, тогда пойдем за этим рюкзаком. Уху. Так, где-то здесь, ага. А кто это сделал? Неужели Майлз? Ого! Это же мой школьный рюкзак. Я забыл, что цеплял на них маячки. Нифига себе, сколько же у тебя рюкзаков-то было? Ты всю, походу, стипендию на них спустил. Интересно, сколько таких по всему городу? Шесть. Прикинь, сколько раз он профукивал свои рюкзаки, чтобы потом купить новый и опять его просрать. Ищите рюкзаки, чтобы получать жетоны рюкзаков. Окей. Это сильно, конечно, Питер Паркер. Запустить куда-то свой рюкзак и забыть про него? Но ты... Ладно. Ты еще там? Недалеко от тебя ограбление. Коп-паук в деле. Он и человек, и паук, но главное коп. Короче, человеку-пауку проще купить новый рюкзак, чем возвращаться за старым, я понял. Ребята, здорово, спите спокойно. Правосудие пришло, человек, полицай тут. Только мне добежать надо. Сейчас, подождите. Открывай сейф, живо! Эй, парни! Да! Человек-паук, стреляй! Я тоже стрелять могу. Иди к папке. О, вот тоже пойдет. Нифига себе, я не знал. Ай-яй-яй, паутина кончилась. Я не знал, что их можно так... Да что ты? Подпрыгивай. Вот так вот надо с ним. Готов? О, снизу нормально. Знаешь, что хочу попробовать? Давай вот так вот. Подкидываем. А, стенка далеко, не получится. Готов. Ну, зато к полу пристегнули его. Так, что-то было кого-то поймать. Машину. Еще? Будь вы так...
так усердны на нормальной работе, не пришлось бы становиться преступниками. Человек-придурок. Как этого паучка уже не называли? Один к столбу. Че, все, разобрались? О, двери от машины можно оторвать, да? Прикольно. Так, Юрий, сейчас починю последнюю вышку в Чайнатауне. Ты не хотел сказать, что паук ее починит? Я тут подумал, Юрий. Служба закону – удел молодых. А коп-паук, он уже слишком стар для этого. Надеюсь, все идет туда, куда я думаю. С сегодняшнего дня коп-паук в отставке. О, слава богу, за это надо выпить. Мы все пьем сегодня, Юрий. Память о копе-пауке безвременно... Юрий? Юрий, ты тут? Наверное, не выдержала эмоциональности момента. Бывает, бывает, старичок-паучок. Не зря я его назвал старичком. Последняя вышка вроде бы как. Сейчас синхронизируемся с ними. Готово почти. О! На страже города человек-полицейский в отставке. Третий уровень уже. Большой урон в рукопашке, плюс 10% дали. Плохо. Нельзя, чтобы три волоска на моей груди попали на камеры. Конечно. Инструменты для ремонта костюма в лаборатории. Интересно, доктор Октавиус уже ушел? Так, нам снова в лабораторию надо вернуться, да? Там вон рюкзачок недалеко есть. Наверное, я... Еще и вышка вон тоже есть. Доктор, как все прошло с комиссией? Мне жаль, что я все испортил. Вовсе нет, Питер. Они просто боятся величия нашего грядущего триумфа. Они успокоятся, вот увидишь. Мне прибраться в лаборатории? Нет-нет, я все равно ухожу на ужин. Продолжим завтра. Отдохнем и продолжим творить будущее. Ну ок. А я за рюкзаком. Его оптимизм на развес бы продавать. Похоже, до завтра он не появится. Можно заняться костюмом. Мягкий паучок! Прикольно. Это же мой, получается, паучок. Я же свои рюкзаки раскидывал. Так, тут вышка вон недалеко еще есть. Пойдем ее сейчас тоже разлочим. И потом к доктору Октавиусу возвращаем. Ну, в смысле, в его лабораторию. Поскольку он там уже убежал. Мы там немножечко похозяйничаем снова. Так, где эта вышка? Вот она же. Это она? Нет, она чуть дальше. Запутался в четырех стенах. Бывает. Пауки любят четыре стены. Ну давай, цепляйся. Оп. Давай наверх. Ё-моё, прицелиться еще надо. Жалко, что паутина автонаводнением. Наводнением. Наведением не пользуется. Хотя я же инженер, скоро придумаю. Вышка в районе, одна из трех. Тут еще две вышки. Там, блин, этих рюкзаков просто навалом. Капецкий. Но буду по пути их собирать, а так просто не буду. Потому что надо сюжет мутить. Мне интересно просто бегать и собирать свои рюкзаки. Конечно, интересно, что в них. Это, знаешь, как киндер-сюрприз, блин. Находишь рюкзак, открываешь, и там что-то. Вау, прикольно. Всем постам, вооруженное ограбление. Всем машинам в наличии, ответьте. Я здесь. Что тут у нас? Привет, парни. Выкусил. Нужно уважать местный малый бизнес, а не грабить его. Черт. С пушками. Опа. Черт. Больновато. Надо отхилиться. Получай. Все, готово. Разобрался вроде. Гениальная идея. Грабить магазины в городе под защитой Человека-паука. И правда. Лучше будет, если копы меня уже не застанут. Это тупо, когда ты знаешь, что в городе орудуют, человек орудует. Простите, орудуют в основном мошенники и воры и все такое. Ну, короче, бандюганы. Полицейский паук, короче, бдит за городом. И тут, когда он бдит, совершать какие-то преступления, надо быть каким-то имбецилом. Нет, конечно, если разом будет куча много всяких бандитских разборок, конечно же, Человек-паук на все них откликнуться не сможет. Это одно. Так,
Кажется... Чего? Что-то внизу происходит, давай спустимся. Ага, вот. Погоня за тачкой. Сейчас посмотрим, куда она едет. Ага, а вот и скоростная погоня за машиной. В Мальсе Моралесе начинается с этого миссия, с погони. Ну, не совсем начинается, но... Давай, цепляйся. Следите за дорогой внимательно. Готов. Что там, еще один какой-нибудь вылезет? Как грубо. Пора на выход. Еще кто-нибудь вылезет там, нет? Че, не смог остановить ее? Или остановил все-таки? Блин, ну вот, тачку перевернул. И это завершает наш тур по Нью-Йорку с паучком. А, безопасно остановить машину не получилось, и без урона тоже не получилось. Ой, что я творю? Так, надо валить отсюда. Тут скажешь, что я с катух влетел. Внимание всем машинам, похищение. Блин, похищение, ну, что-то на карте ничего не отмечается. Я сейчас заодно еще и вышку отмечу. Вон она. Давай расшифруем. Оп. О, на английская речь. Нифига себе. Все хорошо, человечек-паучок, он сказал. А где ты это сказал? На крыше какой-то чувак со мной еще был. О, рюкзак рядом. Сейчас пойдем заберем его. Вон вышка. Ну, ладно. С ними потом разберемся. Рюкзачок, значит. Рюкзачок где-то был, где-то вот здесь, вот, по-моему, он. Хочу посмотреть, что я там спрятал, что я там заныкал. Ну-ка. Розу. Видимо, какой-то девчули хотел подарить. Немедленно выезжайте в Челси, прием. Наркосделка где-то? Ах, вы нещадные наркоманы. Упоротые. Не понимаю, почему они книгами не торгуют? Привет, парни. Чё, как? Говорили, что паук в отпуске. Можно и по-другому не платить. Выкусил. Да что такое-то? Давай, бей его сверху. Вот. Давно пора так сделать. Кто-нибудь наверх хочет ко мне спуститься? Оп. Супер удар. По челюсти знато прилетело. Сколько бабла тут? Люблю я выбивать дурь из торговцев дурью. Блин, доп-миссия бросить 3 предмета врагов не сделал. Я напишу Юре. Копы тут же примчатся. Ну все, на сегодня мои полицейские полномочия закончены. Ё-моё, хватит уже спасать мир от преступлений. Я пойду от героических злодеев всяких спасать мир. Уже не в халатике. Сейчас что-то может начаться. Какая-нибудь фигня в этой лаборатории. Я зайду, а там Октавиас. Хотя нет. Кажется, док до утра не вернется. Пора заняться паучьими делами. Док не соврал. Его здесь нету. Хорошо. Пойдем, значит, паучьими делами займемся. Что я тут хотел делать? Улучшать свое оборудование? А, штопать свой костюм. Знатно ему досталось. Паркер! Доктор Октавиус, я... Что это у вас там? Лапша. Если бы я знал, что ты тут, я бы... Что это у тебя там? Да так, один проект. Ну да. Это ты. Я не знаю, что... Да брось, Паркер, это же очевидно. Я объясню. Что ж ты раньше не сказал? Я хотел, но боялся, если кто-то узнает, моя семья будет в опасности. А, да. Раз ты делаешь ему снаряжение, то под угрозой ты тоже. Да. Ну, да. Не бойся, я нем как рыба.
Ну, я, пожалуй, пойду. Пронесло. Так не говорит, что это доктор Октавиус. Точно, Ото. Подпись Ото. Проверь свой e-mail, написано. Проверь почту. Я костюм-то подштопал. Надеюсь, док не уволить меня хочет. Нет, костюм так до сих пор разорван. Что там у нас в почте? Питер, когда я узнал, что ты подрабатываешь изготовлением костюмов Человека-паука, это правильный термин? Я вспомнил, какой ты замечательный человек и партнер. Даже когда ты очень занят, ты находишь время помогать другим. Заметив, что костюм поврежден, я взял на себя смелость придумать несколько улучшений для него. Во вложении ты найдешь некоторые мои идеи, которые улучшат костюм и помогут защитить Человека-паука, который так много делает для города. Я горжусь нашей общей работой, которая меняет мир к лучшему. Твой партнер и друг Отто. Ну нифига себе, грамотно подмазался к помощникам Человека-паука. Что, что он не знает, что я сам Человек-паук? Белый паук? Это новый костюм, типа, или что? Увеличение брони, вижу, там что-то написано. Костюм более эластичный. Прикольно, подожди, то есть у меня где-то костюм должен быть? Теперь вы можете использовать жетоны для изготовления улучшенного костюма. Во! Наконец-то, круто! Круто. Офигенно. Вот это костюмчик, я понимаю. Там есть еще вон какие-то крутые. Удерживайте их, чтобы изготовить улучшенный костюм. Ну, у меня жетонов хватает. А, тут смотри, короче, рюкзаки нужны для изготовления костюма. Ну, ничего себе. Ну, у меня их 3 штуки, не зря я их пособирал. Изготовил вот этот костюм. И этот костюм обладает также боевой концентрацией. Синтетический биоматериал, вырабатывающий гормоны концентрации на короткое время. Вот оно что. Доступен новый костюм и функция костюма. Я понял. Мы эту функцию тоже включаем. Но можно также выбирать и другие функции. Понял. Костюм также можно улучшать с помощью модификации. Открыть или выбрать модификацию можете здесь. Ясно. Создавать модификации костюма с помощью жетонов. Это тоже понятно. Но это как в Майлзе. Это все как в Майлзе. Должно сработать. Че, в новом костюмчике? Вау, спортивный костюм Питера Паркера. Ну, красавчик, красавчик. Привет, Нью-Йорк! Выпендрёжник, конечно, еще тот. Новый костюм, старый добрый я. У-ху! Ну что, я думаю, что доступны DLC, город, который никогда не спит. Да, у нас тут еще 3 DLC доступно. И мы их потом пройдем после основного сюжета. Если, конечно, будет куча просмотров, лайков и комментариев о том, чтобы я продолжил играть. Значит, у нас новая цель, но к ней мы вернемся уже завтра. Человек-паук, думаю, я поняла, как люди Фиска все еще ведут его дела. И как же? Его стройплощадки. А ее не закрыли после его ареста? Нет, это одно из его законных дел. Много инвесторов. Без причин мы не могли. Но сейчас причина есть, да? Поэтому я надеялась, что ты осмотришься там и скажешь, если найдешь что-нибудь. Понял тебя. Стану любопытным соседом-пауком. Вот так. Но продолжать мы начнем уже, хотел сказать, завтра, да? Я и сказал завтра. Но я думаю, что через день, потому что еще рафт надо проходить. Так что, если тебе нравится, не забудь поставить лайк, подписаться. Ну и, естественно, увидимся с тобой в новом ролике. Так что до встречи!